В Москве завершился молодежный форум «Российский Север». Он объединил 150 человек из 28 субъектов страны. Главным участником форума стала активная молодежь, заинтересованная в развитии и сохранении потенциала своего народа, в их числе и представители Ненецкого округа. Организаторы большой встречи – Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. За 25 лет существования организации форум молодежи проводится впервые. Коренные малочисленные народы немножечко всегда находились в тени. И в этом плане с годами сложилась вот эта вот активность, она аккумулировалась. И на таких форумах, на этих площадках все люди начинают активно выражать свои мысли, работать. То есть там такие конструктивные предложения были. Ярослав Дмитрук – один из делегатов от Ненецкого округа. Говорит, участникам очень повезло. В течение недели ребята дискутировали на тематических площадках, творили в народных мастерских, встречались с экспертами и известными политиками. А главное – узнали друг о друге, о тех народах, которые сохраняют и развивают свою культуру. Мы столкнулись с такой ситуацией, что не то, что о нас никто не знает, да, всех вот этих малых народах Севера, но и сами мы, как малые народы Севера, друг о друге ничего не знаем абсолютно. Кроме новых знакомств, участники получили приятные сюрпризы. 10 самых активных представителей КМНС, в числе которых и Ярослав, получили путевку в этноэкспедицию по Северу, Сибири и Дальнему Востоку. Она состоится уже в апреле 2016 года. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».